здоровый человек, он начнет вести здоровый образ жизни, естественно, не иметь вредных привычек, да, как-то следить за своим здоровьем, поддерживать его, там, витаминчики, спорт. Ну, во-первых, присутствует такое понятие, как генетика. Вот. Но, во-вторых, надо заниматься собой. Надо много заниматься собой. Это, в принципе, здоровый образ жизни. И питание, и физическая культура. Злоупотреблять там пищей жирной, соленой. Вовремя спать ложиться, чтобы высыпаться. Заниматься спортом, вести активный образ жизни. Ну, это то же самое. Правильно питаться, избегать вредных привычек. Поменьше нервничать. Высыпаться. Исключить спиртное, табак, я считаю, достаточно. Заниматься спортом, хотя бы зарядку делать элементарную. Достаточно. Три этих вещи. Больше ничего не надо. Ложиться пораньше, чтобы жизнь была в удовольствии. Следить за своим внешним видом, питаться хорошо. Ну, не знаю, что еще. Жить, наверное, в свое удовольствие. Больше двигаться, меньше есть вредной пищи. Заниматься физкультурой. Кто-то занимается физкультурой, для кого-то это прогулки, кто-то с собакой гуляет, кто-то просто так гуляет. То есть у людей у каждого свое мнение насчет того, что какой должен быть здоровым человеком.